Во дворце спорта «Видное» прошла финальная игра Кубка Московской области по мини-футболу среди любительских команд. На площадку вышли видновский клуб «Развитие», а соперниками стали футболисты из города Лобня. История встреч команд насчитывает несколько матчей, и всегда они складывались в нашу пользу. Сегодняшняя игра, она является первой финальной игрой в Кубке Московской области. Соответственно, запас, если команда наша сегодня победит, соответственно, нам будет полегче во второй игре. Если мы не создадим запаса, конечно, на выезде нам будет сложновато. Развитие, команда сплоченная, основной костяк игроков остается неизменным уже 3 сезона подряд. И все они в основном выходцы из профессионального спорта. Учитывая, что матч еще и домашний, наши спортсмены явные фавориты. И так, между прочим, считают и лобнинские футболисты. Очень сильный соперник. 2 раза им проиграли, но это кубок. Будем пытаться выиграть. Для нашей команды это своего рода вызов. С первых же мгновений матча завязалась яркая и азартная игра на высоких скоростях. Спортсмены демонстрировали свои лучшие качества и бойцовский характер. И уже совсем скоро видновчане отправили в ворота соперника первый гол. Уже в первом матче цифры на табло свидетельствовали, что наши спортсмены на шаг впереди. Но соперник буквально дышал в спину, и преимущество видновчан все же было минимальным. По словам капитана нашей команды Романа Султанова, во второй части встречи ребятам для победы нужно немного прибавить в игре. Немножко пособраннее, я думаю, нужно действовать. Все-таки есть какие-то с концентрацией проблемы. Но в целом по игре, я говорю, мы контролируем игру. Пропускаем мячи, не обязательно. А так в целом игра по большому счету с нашим преимуществом проходит. И правильная тактика вкупе с мастерством и спортивной удачей дали свой результат. На финишной прямой спортсмены видновского развития в упорной борьбе вырвали победу. 4-3 – итоговый счет матча. Ответная финальная встреча состоится 31 марта в Лобне.